Всем привет! Сегодня в обзоре у нас новая восьмерка в линейке Cloud женских лыж от компании Atomic. И посмотрим, что же в ней изменилось и чем они и так хороши. Соответственно, дизайн у лыжи практически не изменился. Также многим девушкам полюбившийся белый цвет. Они немножко поменяли форму. Лыжа стала чуть менее агрессивной, чуть менее карвинговой геометрии имеет. Поэтому прекрасно подходит начинающим лыжницам и прогрессирующим. Тем, кто развивается как-то, учится кататься, либо просто комфортно катается на курортах и особо не заморачивается. Лыжка имеет средний радиус и не очень широкую талию. То есть здесь при 43-й ростовке у нас талия 73 мм, радиус 12,2 мм. Соответственно, лыжа позволяет кататься короткими дугами, средними дугами, ехать чуть подлиннее. Она комфортно управляется на маленьких скоростях, легко поворачивает. У нее чуть-чуть увеличили рокер. Соответственно, теперь она также легче входит в поворот и проще проходит неровности. То есть вариант в целом довольно универсальный, но лыжа сделана на композитном сердечнике. И, соответственно, какой-то стабильности на скорости, либо на жестких ледянистых склонах от нее ждать не стоит. Это еще пока не тот уровень. То есть лыжа до среднего уровня, в принципе, перекрывает разные задачи. Можно с ней кататься в горах, можно на коротких склонах. Комплектуется белыми десятыми креплениями от компании Solomon, но с надписью Atomic. И подходит под любые ботинки стандарта Alpine и Это был обзор Atomic Cloud 8. Приезжайте в спортмарафон, мы поможем вам выбрать самые лучшие лыжи.